Каров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Гоус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Гоуст, у нас проблемы! Ложись, ложись! Он уходит, Роуч, за ним быстро! Гоуст, наш водитель убит! Идем пешком! Жди нас у гостиницы Рио и постарайся задержать объект! Вас понял! Выполняю! Он нужен живым! Роуч, стреляй! Чати ему в ногу! Готов! Роуч, это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских, поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Thank you.
дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Огонь.
дело будет у зоны закрыта. Груз, я захожу справа. Он уходит. Уже нет. Лидер, это Браво-6. Груз у нас. Повторяю, груз у нас. Командир, все готово. Высылайте вертолет. Координаты. Черт! Высылайте вертолет немедленно, пока путь свободен. Похоже, командованию нет до нас дела.